Здравствуйте, город. Сейчас будет продолжение Долгинцевского райотдела, следчий отдел, дознание. Это будет Колесник. Немножко была пауза, но сейчас вы увидите и услышите, как он говорил, что я был на обеде, люди по повесткам приходят, он не выходит, он где-то скрывается, он еще что-то там делает. И вот его поймал я, и не только его одного, и очень многих, тех, которые хотят нас по-путински натянуть. Вы поняли, почему я говорю? Потому что у нас здесь очень много внутри врагов. Этот Колесник сказал, что я пошел выписывать повестки, там еще что-то, а сам на самом деле он вышел другой стороной и сидел, пил кофе. А где пил и с кем? Сейчас вы это все увидите. Так что мы ж пальцем не сделаны. Таким, как они, их пальцем делали. Нас по природе делали. И у нас мозги остались от наших предков. А у них не было мозгов у предков, и у них их нету. Так вот, мусора, вы никуда от нас не денетесь. Потому что вы, ну, пальцем сделаны. А также вы увидите протерабороновцев в тысячке на площадке. Как некоторые тарабороновцы были в нетрезвом состоянии, нападали на гражданских людей, и также ж они выкрали вместе с Оксаганским райотделом некоторые документы. Это все будет уже внесено в РДР судами, и мы будем с вами встречаться в судах. И вы потом расскажете, какие квитанции вам нужны, потому что люди на площадке говорили, что мы помогаем вам. А один такой бугай, небритый, вы посмотрите на него, он говорит, это Виктор. Сказал, чеки покажите, что вы нам помогали. Ребята, ВСУшники, приезжайте, пожалуйста. Оттуда мы будем все кучкуваться, и мы им расскажем, кто воевал, а кто тут воровал ваши гуманитарные помощи, денежки, корзинки с АТБ, с Варуса, которые бабушки, дедушки ложили вам там покушать и сладенькое, и носочки. Все это вы увидите. Ребята ВСУ, привет вам. Приезжайте. Потому что вам нужно будет еще в суды обращаться. Смотрим Колесника. Как он пил кофе во время своих служебных обязанностей. Вы Колесник? Да. Спутали, да, меня с кем? Игорь? Да. Кировоградская область. Кировоградская область. Пройдемте, ваша родина. Говорим. Новгородский район. Не знаю. Давай, Игорь, кажется, не знаю. Вы чуете? Новгородкиевский. Новгородка. Новгородкиевского такого нема. Есть Новгородка. Теперь понятно, что ты за мудак. Понял, кто ты? Ты чмо. Пусек. Это я тебе говорю, заявляю прямо. Ты знаешь, что такое слово чмо? На идыше. Я тебе говорю на идыше, не на украинском. Ну, давайте немножко корректно общаться, хорошо? Корректно? Да.
Ну, я же с вами... Почему ты не брал трубку в пятницу, субботу, а в воскресенье позвонил? А вы мне звонили? А что, ты что, вообще уже? Тебе показать? Да, на тебе телефон. Да, твой. Покажите, покажите. Ну? Что это такое? Вчера в 11.59. Номер покажите. Номер? Да. Показываю. Информация. 096-482-32-63. А с какого номера набирали, скажите? С моего номера. Ну, скажите. Я сейчас наберу. Я сейчас наберу. Вот, я набираю. Смотрите, все. Игорь, ты прекращай. Давайте, набирайте. Ну? Ну. На другую карточку переключил? Нет. Ты что думаешь, я лох или что? Нет. Ты кому вот это трешь? Слушайте, ну... Кто это такой? Игорь? Ты же мне давал номер телефона при входе с левой стороны. Игорь, да ты другую карточку, что ты мне рассказал? Нету. Да не надо мне, ты только что отключил. Потише, потише чуть-чуть. Сейчас, подожди, сейчас, подожди, сейчас, подожди. Сейчас я сделаю это самое, на который ты звонил. Надя, скажи мне Колесника номер, который он тебе только что звонил. Номер телефона продиктуй, с которого ты, он тебе только что звонил. Сейчас, Юр, подожди, мне надо очки одеть. Одевай, говори номер телефона. У него две карточки, он переключил. Последние какие номера? Юр, а я могу отключить, а я... Отключай, запиши, давай продиктуешь, давай, все, я понял. Сейчас мы уже вам покажем. А, вот, смотрите, я сделал запрос. С какого номера я только что набирал? Куда? Куда? Это вот звездочка 161 решетка. Вот номер. Да сейчас скажут твой номер телефона. Да, а что, что ты делаешь? Вот кому тебе, ты с телефона звонил, знаешь какого? Вот там какого-то придурка, который сидит в соседнем кабинете. Игорь, ну ты знаешь, какой я. Сейчас вам Игорь. Все скажу, Юхимович, ну... Не нервничайте. Все, а хорошо. Я не нервничаю. Ну все. Я просто вылезу из того, я здесь делаю так, как я сделаю. А делайте как хотите. Это вы, блядь, лазите, понимаешь? Да, здесь да, просто вынюхаешь, да, блядь, там. Да. Ты можешь конкретно работать заняться, чи нет? Конечно. Что конечно? Конечно. Почему на среду, а не на понедельник? Ну, что велика навантаженность. Ты хочешь ему сказать, чтобы он вещи вывел? Велика навантаженность. Да не надо мне навантаженность. Тебе премию дадут и медаль, как капитан. Вот скажи мне, у тебя в удостоверении написано, что ты старший лейтенант или лейтенант? Еще раз повторите. Вот в твоих вот этих документах пропуска, угу, которые написана полиция, угу, звание старший лейтенант или лейтенант? Старший. Старший, точно. Да. Потому что есть такие артисты. Да, скажи. 096. Да. 482. Ну. 32. Ну. 63. Ну. А я только что сказал. Это ты с него звонил? Нет. Ей. Что? А что ты мне показал какой? То же самое номер показал. Ну? Да. Ты показал там четверка последняя. Давайте еще раз при вас. Надя, все, давай, все, уже я тут записал, все. Давайте. Да. При вас. Сейчас. 63 последний, подожди. 63 последний. Нет, при вас комбинацию набирает цифры. Да не надо мне комбинацию. Что ты так, слушай, ты аферист, давай вы подойди, вы сейчас. 32-63, смотрите. 32-63, смотрите. Звонил с него, ну смотрите. А что ты мне только что перед ним показал? Вы все, смотрите. А почему тебя сейчас не высвечиваешь, когда я звоню? Почему сейчас вызова нету? Так, Юхимович, давайте по делу пообщаться. Давай, говори, дело. Что ты хотел? Вызвать. Я говорю на вы на тех, кому свыше 60 лет или во множественном числе. На данный момент, после того, что ты мне сказал, я тебя сейчас не уважаю. Я начну тебя уважать после тех действий, послушай, после тех действий, угу, когда ты будешь себя чемно вести. Я тебя помню еще по школе, когда были выборы. Помнишь? Где? Какой школе? На Дебат-шоссе. А вы были туда? И когда ты выезжал, помнишь, паспортный стол? Ну как, я уже видео начал против тебя. А, вот здесь? Конечно. Там где регистрация граждан? Да. Бачитай, уже сегодня третье видео. Ну, посмотри, хорошо. И ты там себя увидишь. Там не все. Так какие там документы? Какие? Подожди, ты тогда заявление брал? От вас? Нет. Как, вот там, да, в паспортном, возле паспортного. Да, что-то писали. Тебе показывали документ права на властность? Показывали. Что ты сейчас опять спрашиваешь?
А? Что? Ну, под заявление надо что-то ж подлагать. А как же тогда внесли в ЭДР? Не знаю, как внесли. Я не знаю. Ты следствие, как ты не знаешь? На основании документа вносят. Или просто базара гнилого какого-то. Внесли на основании заявления. Ну, заявление внесли? Да. А там же ж копии где? Не хорошо, знаю. Давай смотрим. Не где. Знаю, да. Смотрим. Что там есть? Рапорт есть. Так. Там следы. Какие-то следы на двух липовых стричках. Так, протокол. Пушнир это дело. Свистун, да, Пушнир, дальше. Протокол осмотра места происшествия, да. Осматривали квартиру. Да, вообще. Осматривали? Ну, как они туда зашли? Как они туда зашли? Ну, с вашего, с разрешения женщины. Ну, а как кто она такая? Как она могла разрешить им? Я ж не знаю, не до меня. Вопрос, как они туда зашли. Так вот давай сейчас у ментов сюда. Давайте вопрос Свистуну, не знаю. Почему это ему? А кому? А кто был на месте? Значит, он что? Может, это он туда это украл? Как он туда зашел? Тоже сейчас 162. Я там. Так я объясняю. Дальше, где копии те, что? Вот, заявление, протокол заявления. Значит, что получается? Объяснение. Заведомо ложное все сделано. Объяснение. И ну. Две фототаблицы. Две фототаблицы. Так, хорошо. Значит, я завтра приношу копии. Да. Какие надо? Ну, на квартиру. Что там? Что реестр, надо? Да? Правильно. Планы на квартиры. Так, и что? И. Что? Как квартиру переоформляли? Зачем тебе это надо? В реестре все внесено. Ну, хорошо, реестр. Зачем тебе нужно указывать данные чьи-то там? Хорошо, пусть будет. Это если надо, мы судье будем показывать. Хорошо, не вопрос. Пусть будет. На данный момент, сейчас, надо, чтобы она получила завтра, как потерпевшая. Постановку, да? Да, Игорь, совершенно правильно. Все, не вопрос. Мы должны с тобой общаться, чтобы я тебя начал уважать. Угу. Мы делаем что? Общаемся адекватно, да? Совершенно правильно, Игорь. Да. Совершенно правильно. Вот это мы должны так делать. Угу. Пока вы начинали тут что-то это ставить, я уже знаю, где что находится. Откуда я знал, что квартиру ставили? Я в момент сразу туда в течение 20 минут выехал. Ну, бачите, как хорошо. Это благодаря пацанам. Я хоть не уважаю их, да? Каких? Каких? Ну, мусоров. А полицейских я уважаю. Угу. Которые действительно идут навстречу. Значит, позавчера тут был тоже, блядь, опер бегал, я его поймал. 4 торговца его выловили. А? А нету документов, еще не внесено в РДР. А он уже, блядь, лазил там, возле квартиры. Как это может быть так? А знаете, что он сказал? Что? А он сказал, что было заявление, выезжала полиция, опер. Я уже в курсе дела, и все сводки есть. Угу. А ты, Игорь, до сих пор этого не знаешь. Ну, что? Так бывает. Да не бывает. Так. Вот тут одного хмыля уже арестовали. Будет у него суд. Ну, тогда он у людей просил взятку. Хорошо. Тебе заплатить надо? Нет. А что? А на что ты намекаешь? Почему ты почему ты ничего не делаешь? Так я возьму сумму. Боже, какая сумма? Я пойду кредит возьму. Позвоню в ДБР. Давайте и тебя примут. Давайте без этих. Ну, не надо это? Вы же пишите видео. Ну, там а как ты думал? Все должны знать наших героев. Вот. Наших героев нашего города. Угу. Ты приехал в наш город с Кировоградской области. Я родился в Крыму. Родился? Юхимович, давайте да? по делу. Нос твой говорит, что ты с Кировоградской области. Какая разница? Да она не разница. Юхимович, смотри, давайте, документы давайте. Я завтра приношу на да, 9 часов. Да, это да, первое. Да. Потом. Да. Ей вручаешь эту фигню. И просьба, чтобы следующий судья подписал бумагу, а я скажу, где находится эта фигня. Ага. Идет? А какую бумагу? На вскрытие. Этого дела. Я скажу, где она уже лежит. Да, вскрытие этого дела? Да. Вскрытие замочка, надо один замок вскрыть. Вскрытие. При свидетеля. Вскрытие. Я потом скажу следующему судье. Угу. В вашем присутствии. Угу. А основание? А я же скажу основание. Угу. Я скажу основание. Воровство. Угу. Или мы будем год искать, пока он его нахер перевезет. Не знаю. Что не знаю? Так, Юхимович, вы сказали мне по телефону, что да. У вас есть какое-то видео, да? Да, есть. Это в суд. Вы... Это в суд. Вы... Я... Не, послушай сюда. Угу. Послушай. Угу. Я его предоставлю в суд. Угу. А то дело... После того, нет, после того, когда ты закроешь это дело. А я потом на тебя зашурую. Я покажу это видео в Ютубе, угу. Как грузили. И твою работу. Угу. Как ты быстро среагировал. То есть сейчас... Да. Сейчас... С автомобиля. С авто, это регистратора. Угу. Было все записано. Угу. Что грузилась газелька. Сколько-то людей, угу. Такое-то время, угу. Да. А долучить до справа не хочется, да? Я должен долучить. Ну, я ж не знаю.
Вас же есть интерес в этом деле, чтобы его рассказать? У меня интерес? У меня интерес такие, знаете, интерес? Ваши. Да нет, я хочу вас вывести на воду. Так на грязную. Слушайте. Грязную воду. Да выводите, кого хотите, слушайте. Да я буду выводить. Игорь, выводите. Я тебе обещаю. Выводите. Я сделаю все возможное. Ага. Да. Ага. Что, да? Ну. Что? Что? Ну, и узнаю, кто ты такой на самом да, деле. Узнавать ты хочешь. Сколько ты делов позакрывал? Очень много позакрывал. Много, да? Угу. Ну и хорошо. Игорь Иванович. Да. Чего вы не хотите, если у вас есть цель? Давай не с того начинать. А с чего? А как вообще берется разрешение на вскрытие замка? Что? Вы же лучше наймите. А я не знаю. Вот как следует. Давай, говори. А я тебе подскажу, как надо. У вас пообщаться по делу. Давай как общаемся. Задавай вопрос. Поехали. Печенька готова в среду приехать на допрос. Почему в среду? Велика навантаженість на роботі. Да? Завтра. Значит, что получится? Сколько это будет дело длиться? Ее не Смотрим. Будет. Она уедет в Одессу. В среду? Да. В понедельник она едет. После обеда. Что? После обеда? Конечно. Ну, во сколько? Ну, просто, ну, после обеда. Садится на автобус и поехал. Понимать по времени надо, когда, во сколько она едет. Просто у меня на завтра тоже уже люди есть вызваны. Ну и что? На утро. Зачем? И что? В смысле? Зачем? Я звонил. Вы смысл? В пятницу, в субботу я звонил. Ну, вы же видели только что сами, что мне вызова не приходили. Кому вы звонили, я не знаю. Да? Так что, может, мы сделаем что, запрос на Киевстат? Да, делайте, что хотите. Это вы делать должны. Делайте, что хотите. Не приходили? Смотрите, я показываю еще раз. Этот номер телефона твой. Угу. Я набираю. Звоните. Давай, смотрите. Давайте. Ну, угу. Не приходили, говорит. Вот, пожалуйста. Звонить? Идет. Ой. Почему не идет? Не знаю. Не знаю? Не знаю. Он прикидывается. У меня идет вызов. А он выключил. А это знаешь, как называется? Вот там как мусоров снимали один водитель. Угу. Как у него требовали взять. Он тоже так отключает телефон. Ай. Так, Юхимович. Так, надо подумать, насколько у меня завтра люди. На 9 часов завтра. Давайте на 11 тогда. Хай приезжаем, мы вызнаем и потерпелые, допросим. Я тебя спрошу, чтобы понтов не было. Давайте, давайте. И прекращай баловаться. Да, слушай. Да не слушай. Кто ж балуется? Вы же бачите, я спокойный. Алло, во сколько в понедельник ты можешь? Алло, понедельник во сколько? Понедельник во сколько? Да, у тебя. С утра. Да. Давайте на 11. Ну не получается в 11. На сколько? Мне нужно еще в охрану заехать. На сколько получается? Взять чеки. На сколько с утра. Получается? На 9? Игорь, да, давайте в 9 часов. Ну, почему? Хорошо. Потому что мне нужно в охрану. Хорошо. Поставили там сигнализацию. Угу. И мне надо чеки там и все на свете. Ну все. Договора все заключены. Хорошо, на 9. Смотри, Игорь, в 9 часов у вас пересменка. И что? Как что? Мы придем. Угу. Ты скажешь, сейчас меня нету. Не, еще что-нибудь. Хорошо, как мы тебя завтра будем звать? Если у тебя трубка не работает. Ну, Женька можем и набрать. Хорошо, она набирает. Я сейчас скажу, чтобы она тебя набрала. Идет? Пусть набирает. Вызвано? Пусть набирает. А что ты сейчас сделал с телефоном? А? С телефоном, подожди. Ничего. Пусть набирает. Сейчас я наберу еще раз. Хорошо. Я же давно. Не надо зубами скрегать. Пусть Женька набирает. Не надо скрегать зубами. Ой. А, это ты будешь телефон. Бачите. Ничего не набрал. Положи его, пожалуйста, сюда. Положи его. Так можешь, так положи его сейчас. Игорь, положи. Я тебе поверю. Вот не надо сейчас. Сейчас мы это поверим. Конечно. Хозяйка набирает. Да. Там есть такие. Кучицы, Домнюки. Это не твои друзья, случайно? Кучицы, Домнюк. Нет. Алло. Набери сейчас Колесника Игоря. Я говорю, набери Колесника. Телефон лежит его на столе. Тоже там прикидывались. УВД. Ну уже сейчас они ширку не торгуют по Гагарина. Потому что там стоят видеокамеры. Ну, бачите, как хорошо. А что бачите? Ну, как хорошо, бачите. Они... Да? Да. Угу. И так бывает, да?
Не надо трогать телефон. Послушайте. Игорь, не надо. Она сейчас будет. Значит, нету звонка. Ты взял и заблокировал. Вот видишь, смотри. Только что не было звонка. Смотрите. Вы поняли? Алло, не берет трубку, а гудок был? Да, 3 раза был гудок, не берет он трубку. Ага, ну он взял это сам, он подключал нас, поняла? Не, ну это не отключено, это он просто не берет. Да нет, ну на телефон лежал. Вот сейчас он включил, смотри, сейчас он включил. Сейчас я его перезвоню, я со своего опять. Сейчас он его схватит, этот телефон. А потом наберешь ты. Ничего, я проверю телефон, он отключает или не отключает. Угу. Вот что, не надо ничего ему говорить. Просто набрать, чтобы пошел гудок тут и все. Угу. Хорошо. Да, все. Сейчас, набирай. Игорь, с такими разводняками будешь, знаете, заниматься? С цыганами на Шанхае. Да, да. Ой, вот, смотри. Что-то набираете, да? Чует? Чуем, чуем. Так что ж ты там включаешь? Кого ж ты лохами хочешь? Смотрите, это аферист. Не надо, не взаимодействовать. Так мы же договоримся. Да не надо, положи сейчас. Положи, положи сейчас. Положи. Алло. Алло. Отключайся. Надежда. Положи телефон. Смотрите, он берет, отключается. Ага. Да? Угу. Вы поняли? Поняли. Запоминайте, это Колесник Игорь. Да. Да, Колесник Игорь. Да. Мы завтра встречаемся, надеюсь, или нет? Ихрёныч. Видите? Смотрите, сколько этот телефон стоит. Да, дивиться все, сколько на телефон стоит. Вот сейчас я сделаю еще один эксперимент. Смотрите, я ему звоню. Он взял, отключил. Сейчас я позвоню хозяйке, чтобы она опять перезвонила ему. Он сейчас возьмет этот телефон в руки и нажмет на кнопку. Угу. Смотрит. Сейчас он берет этот телефон и опять начинает это. Так что, чтобы вы знали, увидите этого рыжего, сразу с ним не общайтесь. А самое лучшее, нажимай, набирай его опять. Я говорю, набирай, блядь, нахуй мне говорить. Меня спрашивают, что говорить. Ну что, видите, нету, он отключает. Сейчас, так сейчас, как? подожди. Не робите поспешно. Смотри, звонит. Говори. Он отбился. Вот видишь, так что теперь? Так я ж не брал его в руки. Так конечно ты не брал, слушай, как кому будешь рассказывать? Я ж не брал его в руки даже. Зачем ты сейчас его взял? Что вы от меня хочете? Что я тебя хочу? Что я тебя хочу? Пиши заявление на увольнение. Ой, вот что я хочу. Чтоб ты свалил нахрен отсюда, с моего района, да? Да. Я тобой буду заниматься. Мы встречаемся. Я вплотную буду тобой заниматься. Да, вплотную. Я буду ходить за тобой по пятам, на улице. Да. Где ты будешь ходить, там буду и я. Да. Я буду опрашивать тех людей. Да, опрашивайте, кого хочешь. Не веришь? Завтра-то. Юхимович. Да. Мы завтра встречаемся. В 9 часов. В 9 часов. Женьке скажи, на 9 часов. Да. Все. Что она берет? Реестр, план, квартира. И что? И все. И все. Да. Показываю сейчас. Для тебя, чтобы ты врубился. Как прописка происходит? Вообще, на основании чего? Показываю. Я еще раз спрашиваю, на основании чего а прописка вы, происходит? Вы будете спрашивать кого-то другого, не меня. Я в тебя спрошу. Для того, чтобы ты спросит, въехал. Спросит. Въехал, чтобы ты въехал. Да, да. Немного. Ага. Смотришь внимательно. Потому что такие, как ты. Угу. Да. Угу. Так что ты хотел? Эту квартирку отжать. Помнишь, как ты сказал? А что, в Сенкевича купили? Есть видео. Угу. Да? Угу. Смотри сюда. Бачу, так хорошо. Что хорошо? Кому хорошо? Год назад. Вам, кому хорошо? Вам. Так ты хотел эту квартиру отжать? Да. А? Нет. Что нет? Тогда так, или нет? Думаешь, ну вы сейчас такая вот. Да я не это самое. Там возле паспортного стола твои слова. Ты через 2 дня это все услышишь. Да хай будет. Да нехай будет. Я тебя буду прославлять, как Всевышнего. Понял? Прославлять. Да. Все, мы разобрались. Набирай меня. Завтра на 9. Набирай меня. Завтра на 9. Набирай меня. У меня вашего номера нет. Да ты что? Да. Видите? Зачем мне ваш номер?
Нас же сейчас заявитель ваша надежда, правильно, Женька? Зачем? А я как кто? Зачем? А я как кто? Зачем? Там лежали мое имущество. Не знаю. Я знаю. А я же напишу. Вызывай меня. Надежда. Я тебе заявляю. Покажите номер. В устной форме. Покажите номер. Чего номер? Ваш. Зачем тебе номер? Ну вы же кажете. Пиши мою фамилию и отчество, как свитка. И потерпел, что там завтра, лежали мои вещи. Мои вещи завтра лежали в этой квартире. Так как я там прописан, там должны быть мои вещи. Да. И я скажу, что там лежало. Завтра придет, а мы допросимся. Да? В качестве свидетеля. Повесточку сейчас выписывай. Выписывай повестку ей и мне. Ну, ждите. На вас обоих написать? Ну, а как же? Я тоже потерпевший. Мои вещи тоже там пропали. Я предоставлю чеки. Кажите ваши. На иную сумму денег. Кажите кого? Ваши данные. Какие данные? Ну, Касьяник, Якос. Где выписывается повестка? В присутствии потерпевших, обвиняемых или где-то отдельно. И заносится в журнал регистрации. Это для того, что если я приду сюда, а тебя не будет, Игорь. Что угу? Что угу? Что вы хотите сейчас сказать? Я говорю, выноси сюда повестки. Будешь тут прямо выписывать в этой комнате. Что это за комната? В приватной комнате. Давай. Журнальчик бери, регистрируешь туда. Одного человека, второго, да. Касьяник, как вас? Юрий Юхимович, ага. По-вашему. Число 83. 28.07.1963. Паспорт покажите. Какой тебе паспорт? Выноси повестки, я тебе покажу, будешь выписывать. 28.07? Да, все об этом знают. Год. Я от этого не встречаю, а? Год. Я же сказал уже. Еще раз повторю. 63. 63. Да. Да, весь город знает. Бульвар Европейском прописан. Я говорю, повестки выноси сюда. Дудочка не клей. Не надо клеить дудочка. Игорь. А? Да. Ты думаешь, тебя кто-то боится? Так, бульвар Европейский. Тебя уже не только не боятся, тебя даже уже не поважают. Да, да. Ты уже никто. Не поважают, блядь. Да. Да. Все. Ожидайте. Кучугур, кого ты тут держишь? Ожидайте. Васильев. Владимир Владимирович, смотри, Василий, вот это Василий, начальник УВД новый, это Радченко, который тут был начальником разведдела, а это начальник следствия, Кутня, она тут тоже была начальником следствия, так вот, уже понимали, она туда свалила, почему, в желтые воды, потому что было что, переаттестация, мусоров, не полицейских, чтобы вы понимали. И она быстренько забеременела. У них есть такие вещи, беременеть. А потом после оттуда она приплыла в УВД. Ну еще кое-кто. В желтые воды. Ткаченко, вот, Ткаченко ж там был в то время, да. Ну ничего. Вроде бы такой паренек, ничего.